Да, дорогие друзья, подключайтесь. Спасибо вам огромное за то, что вы с нами. И буду очень благодарна, если вы нам поставите лайк, если меня слышно хорошо. Потому что не всегда в Европе, в Дубае или в Лондоне можно найти хороший интернет. Благодарю вас, друзья. Благодарю, что вы присоединяетесь. Я знаю, что для вас, друзья, всегда очень стоит остро вопрос, как продвигать свой талант, как научиться продавать свое творчество, да, свои картины, свое искусство, свою музыку, как стать известным, да, потому что если ты неизвестный, то ты никому не нужен, и твои картины никому не нужны. Благодарю вас, друзья. Картины, искусство, музыка и вокал, танцы ваши, да, никому не нужны. Вот поэтому мы сегодня и поговорим с очень грамотным, интересным человеком, который опыт имеет уже 16 лет, и закончил он школу MBA в Лондоне, который управляет пиар-командами в Дубае, Израиле, Индии, в Европе, да, и встречайтесь, Владислав, и он сегодня нам все расскажет. Владислав, я вижу, что вы у нас уже присоединились, подайте, пожалуйста, заявочку, и будем рады вас видеть. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нам. Подайте заявку, Владислав, и мы вас ждем в эфире, друзья. Ну, а вы тем временем готовьте свои вопросы для Владислава. Владислав будет отвечать на все ваши вопросы, которые у вас есть, друзья. Я знаю, что у нас такой маленький анонс, пока Владислав присылает заявку к нам, к прямому эфиру присоединиться. Я знаю, друзья, что у нас сейчас 71 страна, участники. Это огромное комьюнити, большое. Еще напомню, что у нас будет фестиваль в Лондоне, который уже пройдет 15 и 16 сентября, где приедет 71 страна. Надеюсь, что все получится. Многие из вас делают визы. Я знаю, что это все... Я знаю, что это очень-очень сложно сделать визы, и поэтому надеюсь, что у вас все получится. Друзья, поставьте лайк, если вы нас слышите. Welcome, Владислав. Я рада вас видеть. Вы меня слышите? Да, слышу, Инесса. Здравствуйте, дорогой. Так, я сделаю погромче. Чтобы меня... я вас слышала. Да, вас слышно, я слышу. Друзья, если вы нас слышите, поставьте, пожалуйста, лайк. Я вижу, немножко связь тормозит, все равно. Я не знаю, что... что вот бывают такие трудности в Европе сейчас с интернетом, но как астрологи обещали, что это будет весь год, такие траблы с интернетом, с выключением света, так что такое бывает. Владислав, представьтесь, пожалуйста, мы так ждали вашего эфира, прошлой неделе у нас не получилось с вами выйти в эфир, этот раз вышли в эфир, представьтесь, пожалуйста, Владислав, вам слово. Приятно принять участие в этом подкасте. Владислав, прошу прощения, ваш, я остановлю. Где-то у нас идет плохая связь, друзья. Напишите, пожалуйста, плохая связь сейчас у Владислава или у меня? У кого плохо и слышно? Скажите, пожалуйста, если плохо, я попробую сменить локацию, чтобы у нас была хорошая связь. Еще раз, пропадает звук. У меня пропадает звук или у Владислава? Напишите, пожалуйста, очень важно. Потому что вы писали, что плохо слышно. Вас плохо слышно, Владислав. Владислав, ну давайте попробуем еще раз. Нормально, давайте я попробую. Может быть, попробуйте через мобильный интернет, не через Wi-Fi, если у вас получится.
К сожалению, Владислав, к сожалению, вас не слышно. Выходите на видео тогда. Давайте уже тогда перенесем нашу встречу. К сожалению, не получается. К сожалению, давайте попробуем мы с вами выйти в эфир уже на другой день. Может быть, завтра, если вы найдете другую локацию, я буду очень вам признательна, и все наши люди будут признательны, чтобы вы вышли к нам на связь. Включите видео, мы вас, да, еще раз. Владислав, к сожалению, давайте, если вы завтра не заняты, вы скажите, когда, я понимаю, вы очень заняты, вы человек, который настолько публичный, да, и всегда заняты у вас время, и к вам тяжело подобраться, я это знаю, но если у вас получится, когда следующий эфир с более лучшей локацией, пожалуйста, welcome, мы будем вас ждать, нам очень важен этот эфир. И еще напомню, друзья, что у нас фестиваль будет 15 и 16 сентября, и Владислав уже приглашен как член жюри на фестиваль, и кто из вас приедет на фестиваль, все вопросы будете задавать уже по месту и Владиславу. Владислав, я надеюсь, у вас получится быть у нас и 15 и 16 сентября в Лондоне, пожалуйста, welcome. Ну а на сегодня, простите, уже эфир не состоялся, друзья. Перенесем. Простите, это все не от нас зависит. Видите, в прошлый раз у меня не соединяло. У нас также было и с юристами, да, в Великобритании, с Кацаренко тоже раза два мы не могли выйти в эфир. Но ничего, надеюсь, в следующий раз у нас получится. Владислав, вам огромное спасибо. Вы тогда уже отсоединяйтесь, да, и напишите, когда у вас получится выйти в следующий эфир. Друзья, я вам сделаю анонс, так как я с вами здесь в эфире. Еще раз напомню, друзья, спасибо вам огромное. Все ждем, свободные даты и welcome. Вы нам очень-очень нужны. Мы все хотим Forbes. Все. Так что, пожалуйста. Да, спасибо, дорогой. Друзья, ну, так как вы... Спасибо, Владислав. Так как вы здесь со мной в эфире, я еще раз вам напомню, друзья, что, к сожалению, не состоялся сегодня эфир с Владиславом, ну, потому что по многим причинам, не знаю почему, ну, действительно, как астрономы, астрологи говорили, что в этом году будет пропадать и свет, и все, и действительно очень тяжело, не знаю почему, но соединиться, почему-то блокируют, вот когда мы выходим в прямые эфиры. Не будем говорить, почему это происходит, но почему-то это происходит, друзья. Еще раз напоминаю, что 15-16 сентября, благодарю вас всех, будет большой фестиваль в Лондоне, где будет вручение ежегодной премии, где, друзья, будет 2 дня выставки, где вы покажете свои таланты, дорогие друзья, где вы сможете познакомиться друг с другом. У нас будет организация вот такая большого комьюнити, да, где вы найдете новых друзей, может быть, вы найдете, с кем потом можно коллаборироваться, может быть, вы найдете, с кем можно потом записывать клипы, да, но еще я вам открою тайну, у нас тоже будет и еще один прямой эфир с очень интересным человеком, это будет, надеюсь, все у нас получится, да, Экрос, на следующей неделе мы будем с вами говорить, как можно зарабатывать деньги, сидя дома и уже в интернете, и продавая ваше искусство, друзья. Я вам об этом расскажу. Готовьтесь, и будет анонс, и надеюсь, все у нас получится. И вы научитесь, сидя дома у себя в стране, зарабатывать деньги. Это будет анонс, и будет очень интересный человек, который вам об этом расскажет. Вы сможете свое искусство уже научиться продавать и зарабатывать деньги. С вас 10%. Я шучу, друзья. Ну, что еще хочу сказать? Не забывайте, принимайте участие в конкурсах. Знайте, что о вас пишут газеты, о вас снимают передачи. Обязательно делитесь этим у себя на страничке. Отмечайте нас. Мы по-любому вами делимся. Собираем ваши газетки, которые о вас написали в разные страны. Выкладываем это все на сайте. Посмотрите эти все публикации с ссылочками. Все это есть. Нарезаем ваши видео, которые снимали о вас передачи, разные новости. Делаем запись экрана, переходим на телеканалы, все это записываем. Нам очень приятно, что вас награждают после конкурса, когда вы принимаете конкурсе участие в Golden Talent, принимаете участие, вас награждают правительство
Министерство культуры, это очень важно. Друзья, вы делаете большую-большую работу. Каждый из вас продвигает талант своей страны. Понимаете, да? Еще раз хочу попросить прощения у нашей Украины, у украинской публики, да, еще я розмовляю російською мовою, ну так уж вийшло, що у нас дуже багато з інших країн людей, які не всі розуміють, на жаль, українську мову. Ну, може, скоро всі вивчать, да. Тому і англійську не всі ще теж розуміють, і англійські дуже не всі ще розуміють. Тому ми вещаємо на русском языке, но еще раз хочу напомнить, что война в Украине продолжается. Мы с Украиной в сердце. Все за вас. Тримайтесь, люби, кто там в Украине. Мы с вами. Ну, а всем, друзья мои, хорошие, присоединяйтесь. Будьте с нами. Продвигайте свой талант. Научитесь его монетизировать, свой талант. И об этом мы вам рассказываем всегда в прямых эфирах. К сожалению, сегодня прямой эфир не состоялся, к огромному сожалению. Ну, надеюсь, что он будет. Видите, у меня тут хороший интернет, и в офисе не хороший. А вот выходим в кафе, здесь, видите, есть коллаборация неплохая. Я поняла, что здесь хорошая точка для интернета, и здесь будут проходить эфиры. Так что вы самые умные, талантливые. И кто бы что вам ни говорил, не верьте, друзья, не верьте. Верьте сами в себя и продвигайте свой талант. И начинайте его монетизировать. Мы потом с вами научимся, как нужно вести социальные сети. Как нужно правильно ставить хэштеги, чтобы вас замечали. Вы понимаете, да? Еще раз мы выставим видео там, где мы говорили с одним из наших участников, о котором писали СМИ, который правильно заполнял свои, это Никита, и он из Украины, о котором писали тоже статьи, все бесплатно, потому что он правильно ставил хэштеги, добавлял перед этим все СМИ, подписывался на них, их отмечал, и они его уже заметили, и они его потом начали продвигать сами. И он писал уже такие короткие посты, что были, если бесплатно, для газеты, все должно быть написано очень легко, чтобы они скопировали и вставили. Вы понимаете, да? Так вот, поэтому выставим в историю, вы зайдете, посмотрите это все в записи, то, о чем мы говорили и о чем Никита делился с вами интересными кейсами, друзья. Еще раз простите, что не получился прямой эфир. Я уверена, что будет. Присоединяйтесь к нам на следующей неделе тоже к прямому эфиру. Вы научитесь, как правильно монетизировать свой талант. Мы с вами сидя дома. Сидя дома, друзья, в ваших разных странах, где вы там сидите. Так что присоединяйтесь, зарабатывайте деньги вместе с нами, продвигайте свой талант вместе с нами, делайте визы талантов, делайте туристические визы, приезжайте в Лондон на фестиваль. Еще раз повторюсь, можно попробовать fish and chips, показать свой талант, покататься на красивых автобусах. Ну все, с любовью, компания Golden Time Talent. Мы вас любим.